На улице минус 25. Приехали вот на рыбалочку. Первые окуньки. Это что, сторожка? Нет, окунь. Сейчас я, надеюсь, кого-нибудь выловлю. Надо быстро поймать живцов, потому что во фляжке все замерзает. И быстро поставить жерлицы. Снимать все подряд не буду, потому что камера садится. И очень быстро садится. Лёвка сразу все примерзает. Есть. Окушок. Как будто великоват для живца, но пока что других вариантов нет. У меня 1-2 метра, наверное. Есть. Ух. О, под язык. Как он для живца? А? Может и пойдет щука, какая разница? Вообще морозит немилосердно просто. Поэтому сейчас, может быть, еще парочку кадров сделаю, камеру уберу, потому что ну, тут не резон. Так. И обратно поднимаем. А близковато, конечно. Но сейчас тины-то что, ее же нет. Тины нету. Так что с другой стороны, чего бояться. Глубина где-то метр, наверное, полтора есть. Ну, ловись, рыбка. Наше секретное оружие. Жерлица допотопная. Не, разогнулись крючки-то малости. Все на просьбе не сломается. Кто я против? Так на свободном лезть. Ну да. Немного. Раньше так же делали, попадали. Еще лучше, да? Да. Что, надо кидать ее? Да, надо. О, ручки, да. Вот так мы ее приложим. Вот она, борозда ондатровая. Кругом на озере вот эти следы вдоль берега. И собака здесь уже бегала. Ну, очевидно. Давит ондатра. Вот у нас лайка. За один выход охотничий. По этим лесам и озерам за один, как правило, давит, ну, 2-3 ондатры. Съедают только голову собаки у них, остальное бросают. Ондатр в этом году очень много. Я вот не видал так, чтобы еще на озере зимой следы были. Вот прям на озере. Чтоб так много. Хатки кругом белеют. Пусть здесь нету, стол берут. Расплодились. Офигеть, круги нарезали. Капитально, как куропки, выползли все. Ну вот, жерлицы стоят, сейчас будем ждать
сработок. Если сегодня не сработают, то, возможно, оставим на ночь. Пускаем маленькую щучку обратно. Таких мы не берем. Нормально. Что, пойдем чайку, может, дернем? Сделаем перерывчик. Да. Уже солнце клонится к закату. Можно. Через часик уже будут сумерки, поэтому чайку попьем и в оставшееся время еще поработаем балансирами. Чуть-чуть согреемся, подкрепимся. Уже не знаю, что тебе сказать, на разнеле начал. На морозе зубами. Да. Чай, что ли? Угу. Или хлеб холодный просто. И то, и другое. Так отопни его. Он не уйдет. Уйдет крупный, на уху целый год. О, есть. Есть. Но почему-то флажок не сработал. Ну, она завалена была крепко-то. Она, да, была завалена. О, есть. Есть, килошечка. Ну. Вот она. Все же не пусто. Что-то странное. То ли наживка у нас здесь большая, то ли... А! Небольшая. Небольшая щучка, да. Ну и немалая. Пойдет. По зиме-то пойдет. Ух. В натугу идет. Что-то огромное? Да нет, пока не понятно. Но спокойно идет, не рвется. Поспокойней. Вот сейчас рыпается. Вот сейчас что-то огромное чувствуется. О, да, нормально, кстати. Я, да, вот тут ты. О, хорошо. Ну, больше той, да? Да. Полторашка где-то. Бро. Великолепно. Так. Вот она. Щучка наша. Флажок замерз в этом снегу, наверное. Ну и хрен с ним, судьи-то не отменяют. Третья хищница попала нам. Неплохо. Клево. Посмотрели жерлицы. Все 12 штук. И улов у нас 3 щучки. Не великаны, но все-таки 2 по полторашки, наверное, такие. Ну и одна совсем около кило, наверное. Вот, сейчас последнюю жерлицу смотрел, просто была в тупую откушена, ни поводка, ничего не было. Значит, щука сидела, но перекусила, или перетерла, блёд, не знаю как, леску. Вот так, ну неплохо. Вот, вчера был мороз, ставили, поэтому многие лунки проморозило, и из-за этого флажки не срабатывали у нас. А так, все хорошо, в принципе, на уху поймали. Ты как считаешь? Я считаю, все очень хорошо. Только на балансир ничего не... Да, на балансир не сегодня что-то плохо реагирует. Рыба очень плохо реагирует. Это нормально. Да? Что, грех жаловаться? Конечно, хотелось трофейную щучку, но уж какие есть, то слава богу. Ну все. Ну а сейчас пора домой.